Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребух. Всем здорово, братва. Опа, а тут уже не только помоечка кормит, но и донатик, вау. Штребух, привет. Твой контент топ. С кем лутаетесь сегодня? Спасибо большое, зритель. Сегодня я лутаюсь с Владом и с Димой. Чё ты? Это Дима, там Влад ходит. Влад, ты будешь срать, если чё, за 300 в помойку? Я на смысле надо за 300. Ты за 300 насеришь? А ты, Влад? Я подумал. Он подумает. Но если бы ты согласился, вы бы могли вдвоем насрать. В одновременно. Дабл минирование сделать. Зритель пока такой, типа, просто сдалека заходит, пока спрашивает просто, а кто там с тобой? А потом, пацаны, насрите за 300 в помоечку. Быть как ты. А тут уже не только помоечка. Опа, нихуя! Ой, донатик, вау! Дима. Диман. Гоу. Зритель кинул 300, срать пора тебе. Зритель, спасибо за донатик. Спасибо, это Диме отдам эти 300. Если он сегодня насерит, ты должен заминировать помоечку поскорее. Понимаешь, чтоб конкурент подорвался на мине твоей. Че там, Дим? Тут насрать. О, тут насрать будет хорошо. Вот тут смотри, сколько шматья для жопы твоей. Вот, мягенькая бери для жопы. То, что доктор прописал, да? Для жопы. Дима, короче, лезь в кормушку. Это твоя помоечка полностью. Заныривай в кормуху, залутывай ее. Ну и насри, конечно же. Насри на картонку, чтоб вам показать. Чтоб не обманул. Вот в эту коробочку маленькую. Да, вот сюда. Вот тут что-то уже говном воняет. Ебать. Дима, ты знаешь, эти коробки уже обосраны? Тут уже все обосрано. Вот говно. Вот. Понюхай. Может, это реально это говно. Чем пахнет? Чем пахнет, Дим? Что это, Дим? Говно. Говно, правильно? Это правильно. Целый, Дим, я в шоке, блядь. Тут уже нас заминировали до нас, блядь, помоечку. Чё там, Дим? Он измазался, походу. Ты в говне? Покажи. Давай сюда, показывай, блядь. Да поближе. Ну, ебать, давай. У него перчатка в говне, ребят. Видите? Давай, сри, заебал. Давай быстрее, дополняй. Дим, ну как, успешно? Ебать, такой довольный лезет. Не-не-не, дай-ка. Влад. Не-не, покажи, чё ты. Из жопы выковыриваться, что ли? Пиздец. Дим, это не результат. Это не результат. Давай нормально. Это хуйня. На 300 рублей не катит. Это на 30 рублей катит, но не на 300. Давай. Не, ну, ребят, согласитесь, это вообще не результат. Че он там насрал, я не знаю. Мне кажется, моя кошка и то больше высирает по-любому. Шустрик и то больше срет, чем он. Че, Дим, как там? Да ты, блядь, охуел. Я тебе говорю, мой шустрик, ебать, там 3 штуки. Мой шустрик серит больше. Давай тушься нормально, заебал. Не, ну вы видели, че он там насрал-то, блядь? Как мышь. За энергетиком, ну сходи. В КБ ты пойдешь? Ну давай. Короче, Дим, ну у тебя последний шанс. Ну что покажешь? Пока только так? Ну все, можешь вылазить тогда. Это вообще залупа конская. На 100 рублей насрал. Ладно. Ты можешь сотку дать, пока меня купить? Тебе сотку отдать? Да. Ну там Влад, сова, ты быстрее, чтоб это... Я тебя 3 часа тут не ждал. Че ты ржешь? Я не смог в магазине сказать ему, потому что я засмеялся, он там по магазину. Ты не сказал ему, что у него вся спина в говне? Он не смог, ребят. Короче, ты его увидел в магазине и увидел... Ты увидел у него на спине говно, да? Подожди, а где он спиной в говно влез? А как так вышло вообще? Как так получилось? Ребят, вы вообще представляете масштаб пиздеца? Он сейчас в красно-белом, и у него спина в говне. Ты пиздец. Говно это к деньгам. Ну, походу, Димон поднимет нормально сегодня денег где-то. Прикинь, не, знаешь, вот, допустим, ты, Дима, да, вот такой спиной стоишь, а я сзади стою и смотрю на спину в говне. И такой хлопаю, молодой человек, у вас спина в говне.
Это пиздец. Он еще ни о чем не знает, причем. Это самое веселое в этой ситуации. О, идет. Что там, Димон? Я салфетки купил, так как у меня вот рука. Рука в говне? Подожди. Что такое? А? У меня говно. Иди нахуй отсюда. Иди нахуй отсюда, блядь. Иди нахуй отсюда. Я говорю, нахуй иди отсюда, вот туда иди. Иди, что ты тут стал? Это пиздец. Дим, пошли на помойку. Иди на помойку, да дурак, блядь. Иди, иди, иди туда, быстрее. Обосрыш. Фонарик дай мне мой, дай я сам сниму. У тебя козырь вырвал, не нахуй. Чё, Дим, как тебе впечатление? Блять, это пиздец, тот человек разлюбил, помойку урод. Урод, блять, да? Постой, стой. Да не двигайся. Ребят, если что, это человеческое говно. Повернись. Зря ты рюкзак одел. У тебя теперь рюкзак весь в говне. Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. А, стоп. Ты представляешь? Самое смешное в этом то, что ты сейчас... Повернись еще раз. Повернись еще раз. Ребят, вот сейчас такой... С такой спиной все в говне. Ты сейчас красно-белое ходил со спиной в говне. Прикинь, те люди, которые сзади тебя стояли в очереди. Они будут всем рассказывать, как стояли в очереди за чуваком, у которого спина была обосрана. Фу, пиздец, от тебя воняет. Не подходи. Да не подходи ко мне. Говняный Димон это топ. Ну и донатик, вау! Говняный Димон это топ. Думаю, теперь ни один хейтер не скажет, что он плохо срет. Вон пацан как газу дал. Аж себя самого с головы до ног обдристал. За какой донат такое повторишь? Теперь твоя фишка. Ау-вау. 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 Это что? Сникер с голыми руками берет. Руками. Да я видел все. Сникер сейчас как раз в тему. Пацаны ушли. Блять. У меня что-то на жопе. Блять. Братва, я подумал, что вот это говно. Но это не говно, слава богу. Какая-то еда. Фу, блять, это говно. Кто не поставил лайк, на того натравлю бомжей. Пока. До скорых встреч.